Первый тайм мы играли достаточно организованно, и планы на игру выполняли от и до. То есть мы высоко прессинговали, отходили позицию, лишали игрового поля соперника, старались на техническом поле. И были как бы единый организм, который по всему полю передвигается. И имели пространство, имели возможности, могли забивать несколько мячей в первом тайме. Но, к сожалению, забило немножко нас во втором тайме вышли. Не совсем такой холодный погода, попали в игру сразу. То есть темп игры снизился, интенсивность упала. А соперник, да, и штрафную площадь, когда низко прогибаешься, мастерство футболиста Оренбурга, который им, это их вотчина штрафная чужая, где они хорошо достаточно работают, здесь, конечно, проблемы появились у нас. И дали забить гол, где нужно было встречать игрока. Мы встретили, плотно сыграли, не доработали игроки, которые выходили немножечко так субтильно, вышли на замену, я сказал так. А вот в этом плане проблема была. Ну, пытались как-то его исправить. Все равно я подсказывал, сказал, что искали шансы, что прессинговали, накрывали. Вот, отодвигали обороны своих ворот. Ну, нашли ошибку. Поймали, хотя бы мог забивать, и хорошо мне помогали. Ну и у нас Саша Белин, конечно, выручил несколько раз, сыграл очень качественно. В любом случае, ребята терпели, боролись до конца и вырули победу, слава Богу. Ваши вопросы, коллеги? Ну, Урал, слушай, Андрей, ощущение от победы, от такой победы, когда в втором тайме, ну, будем откровенны, соперник был сильнее, да? Но вы смогли забрать. Нет, сильнее были, мы выиграли. Мы выиграли игру. 2-1. Погодные условия какие? Да, нормально, хорошие погодные условия. Лужи на поле не мешали? Да, нет, все. Сильнее слово, я бы сказал, есть причины. Первый по моменту мы были сильнее. Ну, опять же, в футболе говорю, кто-то забивает. Ну, нам, мы забили. Есть, нет величия абсолютно посчитать, кто сильнее. У нас сыграл качественный вратарь. Тут начал сильнее был нападающий. Поэтому здесь все сослагательно. Это результат сегодня. Каждая игра, это очки, которые на вес золота. Команда очень долгое время в принципе не забивала, а сегодня, забила два. Это для «Факела» хорошо или... Ну, могли забить в первом тайме особенно еще несколько мячей, очень хороших мячей. И в упор, и в один на один, и головой створ пустые не падаем. И хорошие были возможности еще для взятия в рот. Ну, мы много работаем над атакующим действием, очень много. Практически 70% игрового тренировочного режима работаем на атаку. Потому что лучшая оборона – это атака в любом случае. Лучшая оборона – это владение мячом. Поэтому надеюсь, что потихонечку мы будем все больше забивать, надеемся.